К нам в редакцию обратились владельцы земельного участка в Кашинском районе. Они оспаривают решение соседа построить у себя баню. По мнению граждан, она будет затенять их участок. За разъяснениями, что и где можно сооружать на даче, мы обратились в региональное управление Росреестра. 10 лет назад владелец одного из этих участков под Кашиным решил построить себе баню. Тогда все ограничилось закладкой фундамента. В нынешнем году любитель попариться решил довести дело до конца. Однако теперь соседи встали на дыбы. Дескать, постройка за градитом солнца. И вообще, она находится всего в метре от забора. А теперь надо в 3 раза больше. Однако в Росреестре нам пояснили, что это ни о чем еще не говорит. Для каждого земельного участка установлены предельные размеры для осуществления строительства объектов, а также для этажности объектов. И одним, наверное, из критериев, который важен, это отступы от, скажем так, смежных земельных участков. В данном случае расстояние в метр от будущей бани до участка соседей было вполне законным 10 лет назад, на момент получения согласования. И обратной силы этот документ не имеет. И вообще в каждом районе и даже в каждой деревне могут быть свои нормативы на габариты построек. Поэтому при соблюдении всех этих норм возмущения по ту сторону забора роли уже никакой играть не могут. Предельные вот эти размеры отступов от земельного участка, если они соблюдены, конечно же, количество этажей тоже этой бани ограничено непосредственно вот этими нормами градостроительной, да, деятельности, то здесь уже требование соседей будет беспочвенно и ничем, как бы, ни на чем не основано. Поэтому, если вы хотите избежать подобных споров с вашим соседом по даче или деревне, то при первых же признаках стройки попросите показать проект. Либо выясните у местной администрации, в курсе ли они предстоящих работ. Дабы потом, в случае чего, вам не приходилось пересаживать ту же клубнику, вдруг оказавшуюся в тени двухэтажной бани или туалета.